Ром, с победой. Но хочу начать не с сегодняшней игры, а с предыдущей в Омске. Ты вообще под конец сезона раззабивался? Спасибо за поздравления. Ну, хорошо, что бью, залетает. Буду чаще бить, чтобы больше забивать. Забивать всегда приятно. Сегодня в какой-то момент даже показалось, что матч, наверное, так и закончится 0-0. Почему так долго не удавалось открыть счет? Ну, хромала сегодня реализация. У нас сегодня было в первом тайме достаточно моментов, чтобы забить гол. Если бы гол бы быстрее забили бы, я думаю, мы бы уже там и 2, и 3 забили. Просто не удавалось взломать оборону, забить. Столько моментов много было у нас, просто не могли забить. Осталось не так много, буквально 2 матча. Усталость накопилась? Да, не особо, наверное, усталость. Все равно мы профессионалы, нам надо доигрывать до конца. Ну, эмоционально, да, чуть-чуть подсели, но мы сами выбрали этот вид спорта. Тяжелый.